Как правильно ухаживать за кожей и какими кремами пользоваться? Об этом узнали химчане на мастер-классе по уходу за собой. Провели его профессиональные косметологи Татьяна Моисейкова и Елена Ткачева. Специалисты рассказали, как важно своевременно следить за кожей и почему она требует постоянного увлажнения. Подтянутое личико, упругое тело, упругая кожа на ручках. Это задача с коллагеновых эластиновых волокон, которые должны быть вот такие, как пружинки. А когда им не хватает увлажнения, питания, они вот такие становятся, вот такие. И что с кожей происходит? Лопается, нет? Опускается у нас. Тос начинается, закон притяжения свою работу делает. Мастер-классы проходят в Химках регулярно. Посетить любой из них можете и вы. Подробную информацию о дате и времени проведения можно узнать на страницах газеты «Химкинские новости», в социальных сетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте.